сегодня церковь совершает празднество введения во храм Пресвятой Богородицы. В Священном Писании об этом нет ничего не сказано, да и многое о Божьей Матери ничего не сказано. Как проходила ее земная жизнь, это ничего не говорит нам Слово Божие. Есть книги такие, там, «Земная жизнь Пресвятой Богородицы» составленная. Но в Слове Божьем нет ничего этого. И в этот праздник, введение во храм, как говорит нам говорит, предание, что она трехлетняя была введена в храм, во святая святых туда, куда первосвященник, архиерей, мог только раз в год заходить. И вдруг он ее вводит туда при множестве народа, как пишется, ее сопровождали там девы со свечами, значит, целая была, как бы сказать, такая шествие, ход крестный совершали. При всем все это видели. И как это возят, это представить, ну, невозможно. Если сегодня даже я буду крестить ребенка, девочку, только покрестил ее восьмидневно, если я понесу в алтарь, то, думаю, сразу поднимется ропот. Зачем девочку понес в алтарь, батюшка? Нельзя этого делать. Только можно до икон девочку поднести, а мальчика можно через алтарь проносить. И вот как объясняет это празднество митрополит Антоний Суровский. Говорит об этом. Есть праздники, силы которых заключаются в воспоминаемом событии. Важно, значительно в них, решающее для судеб человеческих, то, что случилось. Таков праздник Рождества Христова или праздник Воскресения. Решающее значение имеет то, что действительно в тот день Бог стал человеком и родился на земле. Что именно в тот день воскрес Господь, умерший крестной смертью ради нашего спасения. И есть праздники, так же как и иконы, которые говорят нам о каком-то внутреннем событии, даже если историческая их обстановка не ясна. Таков праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Чтобы исторически в Древнем Иерусалиме действительно случилось то событие, которое описывается в богослужебной песне, едва ли возможно. Но оно сообщает нам что-то более значительное, более важное Божьей Матери, нежели физическое ее вступление во святое святых, которое было запрещено и первосвященнику. Это день, когда Пресвятая Дева, достигшая той ранней зрелости, которая делает ребенка способным лично переживать, лично воспринимать и отзываться на таинственное прикосновение благодати, когда, достигшая этого возраста, она вступила действительно во святая святых, не в вещественное святая святых, а в ту глубину богообщения, которую исторически храм собой изображал. И с каким трепетом мы можем читать в богослужебной книге слова, которые приписываются с такой нежностью, с такой глубиной Иакиму Иоанне. «Чадо, иди, и будь тому, который все тебе дал, возношением и сладким благоуханием. Вступи в ту область, куда нет двери, научись тайнам и готовься стать местом вселения самого Бога». Как дивно подумать, что мать, отец могут обратиться к ребенку с такими словами. Войди в ту глубину, вступи в ту тайну, куда не ведет никакая вещественная дверь, и приготовь себя быть возношением Богу, сладким благоуханием, местом вселения. Так некоторые отцы церкви и святитель Феофан толкуют значение этого вступления Божьей Матери в храм во святая святых, нетронутая грехом, не оскверненная ничем, но уже способная чистым сердцем, не оскверненной плотью, не затуманенным умом отозваться на святыню, на славу, на дивность Божию. Трехлетняя траковица посылается в эти глубины молитвенного созерцательного общения. И в другом месте того же богослужения мы читаем, как ей тихо говорит архангел Гавриил, чтобы она открылась Богу и приготовилась стать местом вселения грядущего Спасителя. Вот о чем говорит нам праздник, о том, как с первых своих шагов
напутствуемая матерью и отцом, наставляемая ангелом, она вступает в те глубины молитвы, безмолвия, благоговения, любви, созерцания, чистоты, которые составляют подлинное святое святых. И разве удивительно после этого, что мы этот день празднуем как начало спасения? Первая из всех тварей Пресвятая Дева вступает в это непроходимое, неприступные глубины, вступает в то общение с Богом, которое будет расти и расти незапятнанно, незатемненно, неоскверненно в течение всей ее жизни, до момента, когда, как пишет один из западных писателей, она сможет в ответ на Божий призыв произнести Божие имя всем умом, всем сердцем, всей волей, всей плотью своей и вместе с Духом Святым родить воплощение Божие Слово. Да, в день этого праздника действительно совершается для нас явление этого дивного события, начало этого возрастания, но также дается нам и образ того, чему мы призваны, куда нас призовет Господь во святая святых. Да, мы осквернены, да, наши умы отуманены, да, наши сердца нечисты, да, наша жизнь порочна, недостойна Бога, но всем доступно покаяние, которое может очистить нас и в уме, и в плоти, и в сердце, выправить нашу волю, всю жизнь нашу сделать правой, так, чтобы и мы могли войти во святая святых. И в этом празднике, в словах, которые я прочел в начале, произнесенные как бы Иоакимом и Анной, разве нет призыва каждой матери и каждому отцу, чтобы с ранних лет, в мгновение, когда ребенок может что-то уже, если не умом понять, то чует сердцем, воспринимать чуткостью, принять благодать, сказать и нашим детям, вступи благоговейно, трепетно в ту область, куда никакая дверь, ни церковная, ни умственная, ни иная не водит, а только безмолвная, трепетное предстояние пред Богом, то во святая святых, с тем, чтобы вырасти в полную меру роста Христова, уподобиться Матери Божией и стать храмом, местом вселения и Святого Духа и Господа в таинстве и стать детьми нашего Небесного Отца. Аминь. Кто готовился к исповеди, оставайтесь.